На конкурс «Дети читают стихи» лабиринт.ру. Пилипенко Артем Олегович, 6 лет. Город Орел. Анна Вишневская, стихотворение «Работаю ребенком». Я встану, маму разбужу, надену сам штанишки, умоюсь сам и чай попью, и не забуду книжки. Меня работа уже ждет, я должен потрудиться, покусать кашку, погулять, поспать, повеселиться. Я на работе целый день пою, леплю, танцую. Потом попью, опять поем и буквы нарисую. А если спросите меня, отвечу очень громко. Я в садике работаю ребенком.